Ты хочешь добавить липовый мед в чай? Это ложка дегтя, ваш липовый мед. Да. Кто сказал мед? Я бы хотел блинов с медом. Я бы хотел, знаешь, что? С красной икрой. Не, с медом. С красной икрой блины. Эти можно с красной икрой там. На яичко там. Или это. Вот тарталетки? Да, да, да. Ты не это имел в виду, но тоже пойдем. На самом деле был очень клевый сувенир. А, кстати, я хотел поблагодарить Ирину Петрову. Ирина Петрова, спасибо тебе огромное, что ты доставила нам сегодня 2.5 часа удовольствия и просмотра замечательного фильма «Куда приводят мечты». Реально, я никогда, оказывается, этот фильм полностью не смотрел или от начала до конца, какие-то урывки. А тут я прям насладился всей историей. Это реально был очень крутой фильм. Мы смотрели его втроем. Втроем. Я Лия здесь фильм. Сидела, рыдала. Тут Юрец со мной на кровати, значит, был ближе. Я тоже смотрел. Ты тоже был? Да. Вот, и Максон был. Это было очень круто. Ирина Петрова, еще раз хочу поблагодарить лично тебя. Ты можешь проголосовать, как мы сегодня исполнили это задание. Как мы смотрели, с интересом ли, с комментариями. Обязательно повышая наш рейтинг. С тобой очень интересно. Ты наш ангел-хранитель. Ирина Петрова, еще раз спасибо тебе огромное. Да, ребят, спасибо. Спасибо большое. Было большое спасибо, круто. Ирина Петрова. Я вспомнила какой-то волшебный фильм. Я в третий раз вспомнил о своей бывшей. Мне стало так клево. Я проплакался. Все вышло из меня. Блин, мальчики вот. Такие плаксы. Вот я бы вот вообще. Я очень как люблю так? этот фильм. Считаю, что этот фильм топовый вообще о вообще любви. Лучший. Сильнее о любви я вообще фильм не видел на самом да. деле, чтобы я так это. Причем это очень... о любви не только между мужчиной и женщиной. Вообще, вообще семейный, любви, кстати, семейный. Очень фильм. Вот насколько там. Люди, аж чувак в ад пошел. А я не знал же, а я догадался, я сначала не думал, что девушка, которая вот китаянка или кореянка, кто-то азиатка, она была дочерью. А этот афроамериканец Кьюба Гудинг-младший, который играет, он был сыном. Это очень круто. Это действительно поворот событий был очень... Как резкий поворот на дороге. Ну да. Хоп, да. Вроде как бы ты видишь знаки, да? Угу. Но ты думаешь, ну ладно, он там, а потом бац, и резкий поворот. Ну такой неожиданный фильм. Робин Уильямс, царство ему небесное, хороший артист. Робин очень. Уильямс. Я прям с самого начала чуть не расплакала. Да. Кстати, советую вам, ребята, с Робином Уильямсом еще один гениальнейший фильм. Нет. 200-летний человек. Ты смотрел? Нет, по-моему. Ты не смотрел 200... Ну, это... 200-летний человек. Очень советую. Я сделаю о нем обзор. Там снимается Робин Уильямс. Это гениальнейший фильм. 200-летний человек. Обязательно посмотрите, потому что он... А последний фильм Робина Уильямса. Знаешь, какой? После того, которого он застрелился. А, какой же? Так подождите. Стоп, я вот так и не поняла. Вы мне сказали, что он покончил... Врача играет. Жизнь самоубийством. Нервного врача. Это единственный нервный фильм был. Так а почему? Мы не знаем. Неизвестно, то есть он ни записочки не оставил, ничего такого? Нет, этой информацией мы не владеем. Может быть, вы как-то раскроете эту тему? Ты прикинь, насколько он искренний, что никто не мог подумать. Да, да. Как вот такой человек, ведь он всегда был улыбчивым, всегда. Ну, на такого человека смотришь и думаешь, насколько люди любят жизнь, да? А тут... Ну, слушай, мне кажется, он много всего вообще такого неприятного для себя видел на земле среди людей. Потому что в своем стендапе он, ну, видно, как он вообще, ну, как бы, относится ко всему происходящему. Ну, там, все берет, все, там, политику, мир, людей, сюда шоу-бизнес. Близко к сердцу все принимает. Ну, да, он очень близко, он это его реально волновало. Но на самом деле, наверное, поэтому он такой волшебный актер, прям вот, на него смотришь, у него же все прям такой... Он как будто немножко даже миру не доверяет этому. У него всегда такая вот есть... Он сам-то искренний. Слишком искренний. Вот, да, вот ну, какая-то есть... Он вот это вот... Какой-то не до конца миру дает. Ну это его загон. Как будто бы его часто обманывали в жизни. Ребят, а что нам делать с эпидемией черных пальцев? А что? С эпидемией черных пальцев что нам делать? Я не знаю. У меня есть друзья-шахтеры. Угу. Я даже у них таких пальцев не видел.
Нет, да тоже. Угу. Ну серьезно, пальцы чернющие. Черные пальцы, это вода черная. У нас, короче, может, периодически просто, черная вода течет. Просто не надо, а может быть здесь что-то другое, может быть. Слушай, в доме. Слушай, черныш моется просто, и черная вода течет. Слушай. Угу, а я вот это, кстати, об этом даже не подумал. Скорее всего, и от него идет вот эта вот вода черная, то есть от него мудрость как бы сходит с пеной. Я не знаю, он же может быть с гелем для душа, я не знаю, как черныш моется, слава богу. Вот, и возможно, от него исходит какая-то вот... И из этого получается белый. Ну, он отмывается, а черноты становится белым. Да? А потом то есть, получается, беляш, как бы, он, по сути, состоит из 50%. Ребят, это что такое? Ой, нифига себе! Это что такое? Ребята! О, Вазич, это я! А это я! Вот это да! Какой ты крутой, Вазич! Катюха, смотри! Ох ты, Ли! А это когда? Я не понял. Я опять не понимаю, у меня ступор, Вася. Да ладно, мне же было в курсе, что происходит. Но почему сейчас я ничего не понимаю? Подождите, стоп. Крыша едет, ребята. Смотрите, Ксю! Ксюшка. Максим, ты на велике доски подвозил? Что это? Откуда это? Не могу понять. Это кто? Ёшки, это Милана! Милана, нифига себе! Вот это да! Хорошо, что она головой не ударила. Слушай, смотри, она веселится! Она, как всегда, веселая! Может, Милане нравится падать? Попробуем ее толкнуть, когда она придет. Нет? О, ты посмотри, что творится! Васич, ты прям это... Геракл! А это кто? Это что за хрень? Это Макс с пилой. А что он в маске с пилой? Я не знаю, что. А помните, я сегодня вам финальчик рассказывал? Да, вот мне снилось. Ты что, охренел? За мной бежал, смотри. Офигеть, Максон. Ты посмотри, с каким лицом он бежит. Вот это да, ребят, это откуда? Ты понимаешь, что тебе повезло, что ты жив? Да. Погодите, погодите. Ты жучара. Слушайте, а знаете, что это такое? Да, что это? Это вот как тогда, помните, мы клип смотрели? Да. Это было в то время, когда мы, видимо, потеряли память снова. Мы что-то сделали не так, видимо, снова нас лишили памяти. И вновь как перезагрузка, как ребут. Помните, когда Беляш Макса ребут? То есть нас всех ребули, ребутнули? Ну да, нас перегрузили снова. Слушай, а получается, может, вообще мы этот дом сами построили и не помним этого? У меня другой вопрос. А количество перезагрузок, оно ограничено или нет? Ну ты комп можешь перезагружать вечно. А давайте черныша позовем. А если не вечно? Давай не звать его пока что. Нет, он я тебе тоже. Ухо сделает. Да? Ну починит ухо или нет? Кстати, как твое ухо? Оно легче, нет? Слушай, легче. Вообще, ну, как бы я вот ездил искать по деревне что-то вот. Кстати, носочки теплые, я сказал. Да у меня две пары офигенных теплых носочков. Мне бабулька подогнала. И у меня ухо... Но сейчас еще чувствуется, что немножко вот тянет. Прям охота еще раз такую штуку сделать. Да? Вот эту свечку? Да, что прогрелось все, и все было хорошо. Нет. Тогда оно прогреется, понимаешь, внутри, и все будет нормально. Ну, это хорошо. Но... Самое главное, чтобы оно прогревалось всегда. Да. Максон обещал два своих слова обещанных. Давай, Макс. Макс, да, бомби! Да. Так, внимание, уважаемые смотрители, он сейчас. Он уже сказал два слова. Минуточку внимания. Прямо сейчас, через буквально несколько секунд, Максим произнесет два слова. Готовы? Итак, на счет три. Раз, два, три. Присылайте ноутбук. Браво! Это было супер! Шикарно! Максик, так главное, четко, целенаправленно, да. Очень емко. Он очень хочет ноутбук. Юр, ой, прости, Юр. Садись, что? Юр. Ты играл в PlayStation? Конечно, играл. Как первый играл? Да. Смотри, в общем, какое дело, я так. Покупала себе PlayStation. Так. Первую вот эту вот, квадратную. У тебя квадратная была, а у меня была круглая, да, маленькая. Нет, у меня квадратная была, это уже вторая, по-моему, круглая. Так вот. Я ее купила за 1500 вместе с пакетом дисков. Так. Я вот думаю, может быть, кто-нибудь сейчас продает такую, да, PlayStation и прикинь поиграть в крышу. Первую плаху? Да. Нифига себе. Драйвер или что-нибудь еще такое же. Так это ж круто будет. Мы все хотим здесь поиграть в компьютерные игры. Очень. А еще Лия мне сегодня рассказывала про какую-то игру.
который на третьей плейхе есть. Как она называется? Heavy Rain. Ты играл Heavy Rain? Heavy Rain. Ребят. Что это такое? Задумайтесь, может, вами управляют. Подумайте, может, за вами наблюдают. Революция в сфере реалити-шоу. Ребят, инновации в применении технологий. Мы первые! Попытайся изменить свою реальность. Нити судьбы – это реальность или вымысел? Игры. Это игры. Реальность. Реальность. Игры. Ребят, как круто выглядит. Охренеть, да? Это что такое? Короче, может, капитально может... по полной идет. Плюс вообще наш бог. Да. Я хотел почувствовать себя богом. Погодите, так, погодите, сиди реальность. Здесь, не вставай. Специально. Да, нет, ты можешь встать. Новое реалити-шоу. Не имеющие аналогов в мире. Открывает так это ж про нас! Да. Смотрите, очень выбор героя! Управлять! Взять в свои руки. Теперь ты можешь не только следить за жизнью реальных людей, но и управлять ей. Это же наш забудь дом! Все о благополучии героя. А это что? Удовлетворяя потребности. Там будут твои руки. Вот отправление задания героям. Привет! Смотри, Милана! Их успехи твои. Шоу нет сюжетной линии. Сценаристом здесь являешься ты. И Тирик, как раз. Только для искушенного и смелого зрителя. Каждый из семи персонажей обладает уникальными чертами характера. Кто станет твоим фаворитом? Бывал. О, это я, ребят. 42 года. Помню, да. Ну, не знаю, Вася, сейчас кинулся ты или нет. Не знаю. Ну да, тут что-то такое, подстава, да, попахивает? Да. Я бы больше поверила, что он какой-то... Но у него ничего не получается. Имеет собственные убеждения, которые разнятся с общественным... Ну, бывало такого, было у меня. Помнишь, рассказывал тебе? Освободиться от долгов и купить дом в деревне. Не очень, я недавно играл. Ну, какая разница? Она просто... Прикольная же. Текет, Краш Бандикут, уже не играет. Двое детей. Из-за своего стремления к легкому обогащению пытался прокрутить финансовую миграцию. Слушай, знаешь, что круче всего? Вы осуждены до 5 лет общего режима по статье 159, часть 2. Типа, нам реально играют, короче. Умеет вести дела. Хозяйственный. На него можно положиться. Это да. Пока сидел без страстей зацепил, где можно нажимать, ну, то есть идет фильм, а потом, когда герой должен выбрать, ты нажимаешь на кнопку, чтобы выбрал ты. И ты нажимаешь и переходишь на ссылки, по ссылке. Я когда вышел, у меня вот они, когда мне сука не встретила, они меня. И ты смотришь, что развитие событий, если ты выбрал то, что ты выбрал. А вот это Катюшка. Катюшка, ребят, смотрите, Катюша! Одинокая. Я вижу. Я, Васич, просто почему я не удивляюсь прям так, потому что, ну, это опять. Может словом сильно обидеть, но может и ударить. Цель – стать мэром своего города. Ну, это странно. Чтобы все. Ну, а что странного? Игры реальности. Все, в играх реальности. Все понятно. В Екатериновке, Саратовская область. Закончила школу с красным дипломом. Кстати, можно после было бы меня просто попросить об этом. Я бы мог прийти, обязательно было меня избивать. Ну, да. Сразу попала на железную дорогу. Согласен, зачем бить ты себя? Дослужилась до начальника станции. Я бы не стал тебя бить. Но из-за своей принципиальности поругалась начальство. Вынуждена была уйти в строительный бизнес. Не замужем, детей нет, но очень хочет. Способности, решительность, ум. Готова взять ответственность на себя. В критических ситуациях способна принимать молниеносные и точные решения. Светская львица. Оп, это про Ксю. 27 лет. Ксю, Ксю, привет. На этом, пожалуй, все. Светская львица знает все тонкости этикета. Живет за счет влюбленных в нее мужчин. Проблема. Высокомерие, инфантилизм. Не хочет работать. Не способна решать проблемы. Цель. Построить собственный отель с эксклюзивным салоном красоты. Прошлое. Хорош. Родилась в Шлиссенбурге, Ленинградская область. Училась прилежно. Мечтала стать певицей. Потом актрисой. А затем вовсе выйти замуж за олигарха. Любительница глянцевых журналов. В погоне за мечтой уехала покорять столицу. Первый мужчина был старше ее на 20 лет. Способности. Красиво, обаятельно. Чем и привлекает состоятельных мужчин. Знает все о здоровом питании. Неформалка. Ксюшка. Опа. Это ты, лет, между прочим. Половина кореянка. Бунтарский характер. Максималистка. Художница. Проблема. Считает себя исключительной и потому всегда уверена в своей правоте. Ага. Цель – создать фонд по поддержке талантов. Прошлое. Детство прошло в Казахстане. В школе училась хорошо, но получала нарекания из-за поведения. Ребенка больше всего любила свою бабушку, которую считали знахаркой.
еще в детском возрасте могла предсказывать некоторые события и чувствовала энергетику окружающих. Способности. Талант. Опа, гитарка. Экстрасенсорные способности. Компьютерный гений. О, это я. Это Максим. Максим, это ты? Окружающую действительность воспринимает почти как виртуальную реальность. Хакер. Проблема. Живет только головой. Не знает, что такое тело и чувства. Цель. Создать компьютерную игру нового поколения и открыть свой игровой клуб. Прошлое. С детства рос замкнутым ребенком. Рано обнаружил талант в математике. В школе обладал эдитической фотографической памятью. Это про тебя, что ли? Ты ж липончелло. Не говоришь нам об этом. Гениальный программист и гений. Может взломать любой сайт. Да. Да, только мы... Он об этом никогда не рассказывал. 30 лет. О, да. И весельчак. Ой, прикольно. Спорт, приключениям и риску. Проблема. Страх одиночества и гипертрофированное чувство справедливости. Да, страх одиночества. Я понял, наконец-то, твою проблему. Студию звукозаписи. Прошлое. Вырос в Краснодарском крае. С ранних лет был подвижным и общительным ребенком. Занимался музыкой, пением, танцами. Принимал активное участие в различных творческих выступлениях. Способности. Талант в музыке. Пишет стихи. Может вдохновлять окружающих. Очень позитивный. Ну да. Это про меня. Самый загадочный герой. Ой-ой-ой. Кто? Хранительница дома. Дух воплоти. На вид 20. Это про тебя, Милан. Молчи. На вид 20-20 сколько? Обладает магическими способностями. Душа ее привязана к части рода Просковьи. При строительстве дома по образу и подобию была восстановлена печь. И тем самым дух Миланы перенесся в этот дом. Милана! Да ладно, мы шутим. И начинает шкодничать. Шкодничать? Морали. Таинство семейного быта. Человеческого благородства. Принести в общество здоровый взгляд, чувство патриотизма. Охраняет очаг дома, оберегает родственников. Вот она вот так делает. Прошлое. Прошлое Миланы на данный момент неизвестно. Вот это самое интересное. Неизвестно. А ты сама знаешь что-нибудь? Может предупредить об опасности. Способна предотвращать конфликты. Да. Имеет магические навыки. Умеет шить одежду. Во, мы бренд придумывали тебе, помнишь, Милан? Вот. Зрители не просто следят за жизнью героев, но и помогают им реагировать на различные ситуации. С помощью советов и замечаний можно корректировать поведение участников, учить их управлять своими эмоциями, Вася, избегать конфликтов и с честью решать любые проблемы. Шоу «Игры реальности» помогают и героям, и зрителям стать мудрее. Только проявив лучшие человеческие качества, уважение, дружбу, взаимовыручку, готовность работать в команде, социальную ответственность, участники смогут добиться результата и приблизиться к главному призу. Проект Юр, а зачем вот это вот, объясни мне? Чтобы принять участие в проекте, зайди на сайт. Организуй свое персональное пространство, создав личный кабинет. Регистрация займет всего несколько минут. Ничего сложного. Информацию о себе. Имя, фамилия, действующий адрес электронной почты. Придумай логин и пароль для последующего входа в систему. После создания учетной записи тебе на e-mail придет ссылка или код подтверждения. Пройди по ней. Регистрация позволяет пользователю в течение 7 дней смотреть игры разума абсолютно бесплатно. После расширенного аккаунта ты получаешь беспрецедентную возможность влиять на жизнь персонажа. Ребята, общаться, что ли, делать задания, заказывать еду и дарить подарки. Да ты что? Да. Возможность личного общения с понравившимся героем. Да ты что? Проект может стать отличной площадкой для развития бизнеса. Мы готовы поддержать интересные коммерческие идеи и стартапы, взять на себя разработку стратегии продвижения бренда и внедрение его на рынок. Конечно, мы все это можем сделать, ребят. Да. Общаться с приглашенными экспертами. Будут пользоваться вашей продукцией и в прямом эфире 24/7, 365 дней в году, раскрывая его уникальность. Так, что бы я хотела съесть? Я бы хотела, знаете что?
Я бы Мираторг, если Мираторг договорится, мы будем его мясо есть. Я хочу сходить до того. Объясните мне, пожалуйста. Что такое? Откуда они знают про то, кто вы? Что вы хотите? Это вообще сейчас даст про ваши мечты, цели. Мираторг, ты вообще... Это опять вот эта вот система, когда нравится. Мы ничего не помним? Да, да. Вы понимаете, что происходит? Нет. Блин, кто-то клёвый... забрал, всем в голову внушил, что ты хочешь, какая у тебя цель, какие у тебя проблемы. Так, к примеру, откуда, если ты не помнишь себя, Fly. Откуда ты можешь быть уверен, что это твои же мечты? Ну, я всегда любил музыку. Вот это ты так думаешь, да. Что тебе внушили. То есть, понимаете, в чем самое... Кто мне внушил, что я люблю музыку? Васич! Что за фигня? Если кто-то смог внушить нам что-то, какие мы люди и какие у нас действия, то есть мы сами можем решать, что мы. Уважаемые производители тату-машинки Dragonfly, если вдруг вы хотите, чтобы я пользовалась этим в прямом эфире, набивала татуировки вашей машине, я расскажу, какая она супер классная и прекрасная. Или тату-машинка. Мне, в принципе, нравится еще Bishop. И, в принципе, производители разной краски тоже. Я могу это все делать. Я же могу все это делать. Да. Тебе гитару могут прислать клевую. Слушай, а ты можешь мне татуху набить? Да, конечно, да. Я по своему эскизу. А где? Ты везде можешь набить? Я прямо хоть... Вот тут можно набить. Я тут хочу набить. Нифига себе, подожди, Вася. Блин, пожалуйста. Подожди, подожди. Вот Милана, что я имела в виду? Типа она хочет сказать, что даже какие-то мысли в нас, ну, то есть наши мечты нам тоже могут внушить, как память могут убрать. А можно тебе, к примеру, рэпом прокачать? Ну, наверное, да. Ксюха, смотри, я хорошо разбирался. Мы же можем вот это видео показать тому, с кем мы хотели бы сотрудничать. Подожди, к примеру, есть же, Брокколи. Подожди, что Милана имела в виду? Подожди, сейчас разберемся, сейчас. Угу. Что Милана имела в виду? Ну вот она ушла, и теперь мы как бы не можем... Что за волну ты задаешь? Не можем понять. Она ушла как бы, и мы ее не дослушали. Нет, она задала вопрос. Стоп, она задала вопрос. Кто-то нам мог внушить это все. Но этот явно задрот, ну посмотри так на него. Я явно люблю музыку, можно я играю же. Можно я хочу спросить, смотрите. Ты явно Мендели сидевший, пока я абсолютно... не понял. Можно я спрошу, пожалуйста? Да, спроси, пожалуйста. Ну, по сути, даже если нам это внушили, разве это плохо? По-моему, получается все очень прикольно. Да. Так мне что плохого? Нравится. Мы можем так подойти ничего. К производителю того, что нам нравится. Ее просто шокировало это. С ними. Ну, а что, ее просто шокировало это. Тебя не шокировало это? Я знал, что я задрот. А? Макс, смотрите, ты знал, я уже знал бы. Что горит, ребят? Ничего не горит, это разгорается, успокойся. Ладно. Так смотрите, что вот там? К примеру, мне нравится, к примеру, Adidas, да? Да. Ну, и чё? Ну вот, я а могу пойти мяч? И рассказывать, какой Adidas прикольный. Или мне, к примеру, нравится белье Victoria's Secret. Угу. Вот. Васичу тоже нравится это белье. Так вот, к примеру, Васич может подойти к Victoria's Secret такой, типа, здрасте. Виктория. Мне нравится, когда это белье на моей жене. Вот, я про это и говорю. Ну, я понял. Смотрите, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что мы все равно знаем, кто мы. Мы все равно это чувствуем и знаем. Это раз. Два. Чем-то пахнет. Да очень сильно пахнет. Подождите, так по сути, мне кажется, это выключать. Зачем это выключать? Я не понимаю. Очень пахнет. Иди. Успокойся, успокойся. Все хорошо. Смотри, к примеру, что тебе? Юрец, перезагрузка. Василий, перезагрузка. Лия, перезагрузка. Макс, прогресс. Катерина, перезагрузка. Милана, перезагрузка. Прогресс. Так, а теперь, Макс, давай ты рассказывай. Так, давай, Макс. Мне кажется, кто-то что-то от нас скрывает. Я это узнал. Вы здесь только Макса или что? Подожди, да у него же была перезагрузка. То есть Макс, на самом деле, упала, он не умеет играть на гитаре, это просто ему внушили. У тебя упало. На самом деле, он не пишет стихи. И это ему внушили? Нет. Помните, когда Беляш уводил Макса на ребут? Вот теперь у него идет прогресс. Да. Нас, Беляш, никуда не уводил на ребут. Значит, у нас пока идет перезагрузка, понимаете? Подожди, или нас надо перезагрузить? Ну, если нас надо перезагрузить, а у него прогресс. Так а почему у Макса прогресс? Значит, Макс все помнит? Или Макс делает все как нужно? Макс просто блин, есть. Блин, ну тогда я тоже может стать Максом? Нет, может просто наплевать тогда тоже на все. Нет, здесь новая игра 2019 как года. Макс, ты думаешь, он смотри, на все, все написано. Нет, он все новая игра 2019. Думаю, да, ну ладно, смотри. Значит, так,
Да. Я вчера, знаешь, как я его встретила на улице? Он сидит один на улице, на крылечке. Он думал, что он с тобой поругался. Он так расстроился из-за лимонов. И я пришла и говорю такая, ну что ты тут сидишь? Он уже замерз. Смотри, новая игра 2019 года. То есть все потом заново начнется? Да, Получается у нас все заново. Или мы снова, забудем все то, что было? Да, начнется короче. Все это была игра 2018 года. И что-то, возможно, пошло так, а что-то не так. Сейчас обновляется, походу, система, да? Обновление идет. Как патч, знаешь, загрузили. Да, тебя перезагрузили, поэтому ты нифига не помнила. Тебя еще раз сейчас перезагрузят. И нас всех перезагрузят сейчас. Кроме Макса? Да. Это как вот ты в Доту играешь, там обновляется у тебя, да? Но. Вот, здесь так же получается. То есть это будет обнова. Любой комп, любую игру надо перезагружать, когда она обновится. Опа. Подождите, по сути. Новая версия выходит. Смотри, если ты в шоу. Ну. Если я в шоу, то мы можем договариваться с людьми, смотри, чье производство нам, к примеру, нравится. 89%. 89%. 11% осталось до перезагрузки. А до Нового года сколько дней? 10. 9? 9. Сколько? Нас перезагрузит раньше, чем Новый год случится. Блин, мы даже не отметим Новый год. Как это не отметим? А как мы отметим? Нас перезагрузят. А что такое перезагрузка? Что делать? Во-первых, надо разобраться, с чего ты взял, что нас перезагрузит. Там написано, вот написано обновление системы. То есть и нас что? Уже поставили на перезагрузку. И что? А что значит нас поставили на перезагрузку? Обновление системы. Давайте, может быть, это все немножко эфемерно говорится. Давайте чуть глобальнее мыслить. Ну-ка. Я вот не понимаю, как я буду перезагружаться. Вот Милана снова вышла, она ушла, потому что мы ее не слушали. Я прав? Да это не важно, подожди. Обновление системы 80%. Ты сказал глобальную мысль, ты что имел в виду? Ну я не имею в виду, что придет Беляш там, возьмет нас проводами и перезагрузит. Но а это если бред? Твой сон, который ты сегодня рассказывал, станет явью, это и есть перезагрузка? Ну нет, мой сон это сегодня был бред, это был просто кошмар, мне кажется, какой-то. Смотри, Милана заинтересовалась, смотри. Обновление ей системы. Ей нравится этот сон. Охренеть, ей нравится эта идея. Она что? Не прочь. Чтобы нас перезагрузили, да? Но не так, нет, Милане-то тоже перезагрузка нужна была, там вот написано. Смотрите. Так, получается. Что, Лея, получается? Давай мяч. Так, получается, смотрите, к примеру, если бы... Вот чем ты любишь пользоваться больше всего? Я люблю пользоваться... Так, людьми я не люблю пользоваться, любовью. Нет, я имею в виду из фирм каких-нибудь. К примеру, там, ты любишь зубную пасту Сплат. Я люблю, знаешь что? Я тебе сейчас скажу. Я люблю одежду. Я очень люблю одежду. А какую? Какой я фирмы? Разную люблю. Я люблю Адик, я люблю танцевальную одежду, спортивную смотри. Одежду. Я Тимберленды люблю. Это что? Я люблю одежду от Зары. Очень что люблю. Получается, разные. Что если здесь тебе, написано. К примеру, дадут это видео, представляешь, если ты как представитель этого реалити-шоу, придешь в Адидас, покажешь им это видео. Максиму было знаешь, что мне больше всего сейчас пугает? Что? Затем, что нас хотят репутнуть. Новая игра 2019. А вдруг тебя репутить долго будут? И как это репутить? Обновление системы. Как будто... Ну, ты думаешь, это плохо? Ну, а вдруг тебя отрепутили по полной? Понимаешь, что в последний раз мне понравилось. Тебе понравилось, когда тебя репутили? Репли. Он нам пытается сказать, блин, что... Блин, ну, так это же было в храме. Либо меняется, знаешь, либо что-то поменяется. В храме? В корне. О, нет. Вот. Тебя репутили в храме? Ну, да, а у Максима прогресс. Ну, у меня такое... Все сделал. Да? Мне кажется, ну ладно, что? Если черный, что? Максим напролез, потому что там что, перезагрузка. Помнишь, там было написано, что Беляш Максима повел на ребут. Блин. Ребут это по-другому перезагрузка. Перезагрузка, вот. Может быть, смотри, у него она началась раньше, и сейчас после перезагрузки у него идет прогресс. Творожка. А мы как бы к примеру, мне нравится, еще отстаем, да, и у нас-то самое. Да, Март это там Дейли или из Вкусвилла. Слушай, это я могу вот прийти я и говорил им и сказать, хотите, вот я буду постоянно, когда я буду есть ваш песто из Вкусвилла, я буду говорить, какой он клевый, несмотря на то, что почему-то там растительное масло, не оливковое. Хорошо, ты сейчас говоришь чисто про сотрудничество, как было вот там. Конечно. Да. Подожди, давай это... Перезагрузка. Я что? Просто к чему хотела сказать ту фразу. Угу. Что? Что там написано? PDF 1.7. Что такое PDF? Документ такой есть, PDF. Я говорила к чему? Что если возможно, такое возможно, что что-то, я не говорю абсолютно все, нам внушили про игру на гитаре и какие-то там внутренние желания,
но то, что удобно им. Я вела к тому, что если кто-то может нам сказать, что мы хотим, и мы реально это делаем, то мы сами можем сказать себе, кем мы хотим быть. И, по крайней мере, попробовать, пока идет перезагрузка. Доказать создателям, что ты хочешь быть, кем ты хочешь быть. Что ты хочешь делать в жизни? Какие у тебя действительно мечты? Я если нам внушили уже может... какие-то, и, допустим, я если понял, ты права, и нам внушили какие-то наши мечты, все. То как мы, это нужно входить глубоко в подсознание, чтобы из нас вытащить? Услышь меня! Услышь меня! Смотрите! Что это? Разработка нового визуального представления для реалити-шоу «Игры реальности». Основная идея – сделать акцент на персонажах, сделать интерфейс дружелюбным и интуитивно понятным, повысить монетизацию шоу за счет нового интерактивного функционала с привлекательным интерфейсом. Так, концепция. Светлое представление создает наиболее дружелюбное впечатление. Эффект глитча. Знак преемственности старой концепции. Акцент на персонажах. То есть на мы герои, да, на нас. Концепция, нифига себе. Варианты представления персонажей. Векторная отрисовка, живые люди, креативная фотосессия. Вектор как символ неформальности. Но живые люди вызывают большее доверие. Опа. Внутренняя логика проработана так, чтобы люди сразу знакомились с персонажами, Юра! Могли смотреть эфиры и записи, а также легко могли совершать покупки и управлять заданиями для персонажей. Видишь, уже здесь чат такой как бы идет. Это что, приложение что ли? Это... Слышь, это приложение. Для телефона. Да. Темное представление. Прикиньте. Стиль глич. Несет в себе преемственный характер дизайна. Акцент также сделала на персонажах. Контрастный фон создает игровую атмосферу азарта. Смотри, оно выглядит себе. Как круто. Это вот к чему перезагрузка, да. Ребят. Внутренняя. Вот к чему перезагрузка. Я вот, понял. Вот куда нас вернули. Да, проработано будет. Так, чтобы люди сразу знакомились с персонажами, могли смотреть эфиры и записи, а также легко могли совершать покупки и управлять заданиями для персонажей. То есть, получается, нам перезагрузить систему, да, то есть сайт сам. Получается, у нас будет не только сайт. Разработка нового сайт визуального представления. У нас еще будет и мобильное приложение, да. Получается. Сайт и приложение. Друзья, смотрите, как там все просто, на самом деле. Смотрите, как все. Прикиньте, что мы узнаем. Скоро приложение будет. Его можно просто написать в Play Market, да? Или у айфонов, где там в этом... А... Что у айфонов? Где они скачивают приложение? App Store. App Store. App Store. App Store. И скачать приложение вот так? iTunes. Охренеть. То есть скоро можно будет через охренеть. Приложение нам отправлять задания. Я так понимаю, подождите, а если это перезагрузка, получается, с нами и общаться можно будет. То есть мы будем мобильны, у нас будет какая-нибудь клевая штука, типа часов, сообщения или что-нибудь такое. Это же будет действительно клево, это будет все гораздо быстрее. Приложение это серьезно. Очень круто, и выглядит так забавно. Это, во-первых, дорого. А вы знаете, что я поняла? Вы представляете, как классно. Ты видел когда-нибудь какое-нибудь реалити-шоу, где ты можешь одеть VR-очки и вот так вот ходить и смотреть, как будто бы ты был там. Ни хрена себе. Ты даешь, к примеру, мне задание куда-нибудь сходить в аквапарк, я не могу сейчас пойти в аквапарк, потому что я на экзаменах, но потом я смотрю, как там был ты, твоими глазами, как будто бы там была я. Да, смотри, что написано. А вы готовы к перезагрузке? А готовы вы к перезагрузке? Офигеть, к примеру, смотри, две тусовки одновременно. Ты хочешь пойти и туда, и туда. И ты отправляешь героя на одну тусовку, а сам идешь на другую. Да, да, да. Получается, подожди, что ты ни одну не пропустил тусовку, да? Да, подожди. А вы готовы к перезагрузке? Это то есть это получается это одновременно, можно быть вообще везде. Абсолютно то верно. То есть можно, к примеру, всех 7 человек отправить в разные места, и как будто бы ты был одновременно везде. Прикинь. Серьезно? Да. И остановись сейчас, пожалуйста, это сейчас не самое главное. На вопрос ответь. А что? Я очень жду перезагрузку. Когда же уже она скорее будет? Подожди, я хочу посмотреть на это приложение. Это же так здорово, это же так классно. Ребята, вы не хотите скорее посмотреть на это приложение? А мы общаться сможем или не сможем? Новые мечты, наверное.
Ребята, блин, господи, скорее бы это уже перезагрузка получилась бы. Это же так классно. Ну подожди, ну ты же не можешь знать, что конкретно перезагрузка для тебя. Ты пойми, а если перезагрузка — это вырвать твое сердце, посмотреть, как оно стучит, и обратно засунуть, ну... Если оно снова начнет биться, то это будет очень клево. Я буду что-то типа вот этой штуки, которая, как она называется-то, которая ожила, вот этот, как его? Ну вот этот с двумя вот такими штуками, его электричеством оживляли, как называется? Франкенштейн! Да, я буду как Франкенштейн! Я буду Франкенштейн! Слушай, ребята, это жестко на самом деле. Перезагрузка? Перезагрузка. Ты слышал, ты видел, что он написал? Да. Он написал... Там сайт будет. Вы... Да, подождите, сайтом. Он написал, вы готовы к перезагрузке. То есть, получается, можно будет придумывать какие-нибудь разные примочки, да, когда те, кто смотрит то, что я делаю, они смогут выбрать. Да. Лея, они смогут слышать. Проголосовать. Что? Лея. Иногда нужно слышать и иди понимать. Сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Она не понимает, что она болтает, понимаешь? Да я понимаю. А вдруг она сейчас, вот она сейчас радуется, радуется, а нам что? Вы готовы к перезагрузке? Ну, Черни, с другой стороны, ухо мне лечил, понимаешь? Он хороший. Вот, ничего сложного, ой, ничего плохого он как бы нам не сделает. А что мы ставим под вообще? Понятие перезагрузки? На это ставим. Вы уверены и готовы к перезагрузке? Он снова спрашивает. Мы сможем, к примеру, людям говорить, какие вещи нам нравятся, к примеру, чем мы любим пользоваться, чтобы люди тоже пользовались этими вещами, потому что они реально клевые. Подожди, остановись. Мы просто боимся, мы не понимаем, что такое, мы не боимся. Дай нам поговорить, пожалуйста. Мы не понимаем, что такое перезагрузка. Мы уже поняли твою позицию, что ты очень рада, я не рад. Почему? Потому что я не знаю пока, что это. Да. Уважай нашу позицию, мы хотим поговорить об этом сейчас. А вы уверены и готовы к перезагрузке? Тут несколько вариантов, Васич, давай, смотри. Давай. Либо он... Садись с нами, участвуй. Вот, просто... Вот, да, конечно. Садись куда-нибудь. Возможно, да. Тайна, мы просто... ты не боишься, а мы переживаем за наше будущее. У Васича семья, понимаешь? Много всяких разных дел. Смотри, он готовый к перезагрузке. Если он с нами играет, и он создатель игры, черный, no, белый, и это все мутится, no, значит, все-таки он хочет... А что если, мы, да, я а тебе, что значит мы готовы? А вот я тебе вот скажу, вот чему. А если потом, когда выйдет это приложение и это, да, если потом мы узнаем, что правила игры вообще поменялись настолько сильно, что мы о правилах игры даже не представляем, как они могут поменяться, знаешь? И если выходит приложение, это значит масштаб игры еще увеличится. Конечно. Это значит, у нас будут уже. Надо будет много играть. Надо будет много играть. А как ты это поняла? Я прочитала. Если это так, то я вообще готов к перезагрузке. Слушай, много что играть. Я очень жду. Нет, я про другое. Надо будет много играть. То есть получается, что людей будет больше, будет больше заданий нам. Да. Будет больше заданий, будет больше выездов. Да. Будет больше выездов, будет больше общения с людьми. Да. Будет выезды куда-нибудь. Но это не есть перезагрузка. Это просто увеличение чего-то. Перезагрузка. Что это? Перезагрузили нам сайт, сделали перезагрузка его типа апгрейд, это расширили. Вы думаете, нас его не будет вот это касаться? Как-то не будет, но сайт будет лютый. А если, допустим, подожди, я не говорю сайт про лютый. Сайт, я говорю про, да, нас, про нас, про нас, про она тебя, имеет видео, про а Юрия, если, про... допустим, раз пройдет перезагрузка, и у каждого поменяется характер. Если ты так будешь, а вот так, если ты будешь, бывалая, знаешь, бывалая или какая-нибудь светская львица, или бой-баба, ну чисто в бред тебе скажу, поменяются характеры. А вот он получится? Будет Максоном, я буду Юрцом. А я бывалым, да? Наказание, непрощение, новые правила. Все. Помнишь, он приходил, говорил, карцер у нас будет. Да, помнишь, да, помнишь, да, помнишь? Да, да. Вот, он больше не будет прощать за косяки какие-то. Потому что это будет серьезная уже игра. Это будет игра уже на другом уровне, вообще на другом масштабе. Вообще на другом, понимаешь? Это никакого прощения, ни за какой косяк, никто с нами сюсюкаться не будет. Я вам даже косячну, могу больше сказать. Отвечай. Даже вот не косячну. Будет. А вот представляете, а нам опять снова сотрут память, и мы снова проснемся, но уже с абсолютно другими характерами, другими образами. Я этого и боюсь. Так это же наоборот. А если получается нас вообще поменяют? Так и... В смысле? Нас как возьмут и поменяют. А 12 нас, поменять? Смотри. Да, еще есть запасные, получается. Нас 12, чуваки. Другие есть.
Я не знаю, я все то время, которое я косячила, потому что было скучно. Я ушла ночью кататься на ватрушках, потому что было скучно. Потому что никто. Нет, потому что ты эгоистка, ты же не знала, что мы-то тоже здесь можем за это отвечать. И это все касается всей семьи. Если тут косячит один, получают все. Все получают. Просто никто. Но зачем он пишет 12? Зачем пишет 12? Потому что он другим языком, он прямо говорит, что, ребята, как бы мы думаем, что мы здесь все единственные, а он говорит, нет, нас 12, а не удивлюсь, если он скажет, я вам еще докажу. Слышишь что, а вдруг эти 12 где-то в другом месте также играют? Семья это... Ребята, и между нами сейчас выбирают. И между нами сейчас выбирают, а? Что если так? Да какая разница? Да большая разница. Да ну у нас 12 человек в семье, чем больше. А вдруг нас подбег к нему? Не, это я должен радоваться. Понимаешь? А вдруг нас... привык. Почему? Семья это одно целое. Почему ты должен радоваться, а я не должна радоваться? Не знаю. Потому что тебя все время все бесило и раздражало, а тут тебе резко это нравится. Вот я не понимаю. Так почему мне кажется, это что не должно нравиться? Не знаю. Юрий, да нет, не начинайте. Да я не про это. А что тебе кажется? Семья это одно целое. Понимаете? Говорится о том, что если нас решат все-таки поменять, то поменяют нахрен всех. Так а почему поменять? Может быть, нас просто теперь будет 12 штук? Ну откуда ты знаешь, что есть перезагрузка? Потому что, знаешь, было обещано наказание, как такового наказания еще не было, понимаешь? Да, ничего такого наказания не было никакого реально. Нет, было наказание. Самое жесткое наказание. Самое жесткое, что нет Ксю. Вот это жесткое наказание, потому что ее просто вот наказали. Но ее вот наказали, ее даже не простили, потому что пока что Белый сказал, что у нее есть возможность вернуться, но пока что это вот так он сказал на весах. Вот это было Вася наказание. Вася 2019 не любит тушенку. А вот это уже. Подождите, 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 здесь еще бывают провокации. Вася из 2019 не любит тушенку. Это говорит о том, что вы читайте между строк. Вася из 2019 не просто не любит тушенку, а он ее обожает. Вот, обожает. Да. Надо учиться читать между строк, понимаешь? А я бы на вашем месте сейчас эти провокации не делала, потому что может последовать следующее сообщение. Не ест. Подожди. Смешной. Там же написано было, да, не любит тушенку. Смешной будет. Ты типа врешь сейчас? Нет, я говорю, что нужно читать между строк. Там ничего не было, Вася. Еще. Я понимаю, но не надо буквально все понимать. Да как это в 2019-м Васич не любит тушенку? И это значит, тебя перезагружают, стирают память, как нам стирали, что мы нихера не помним, и засовывают тебе туда, что ты ненавидишь тушенку. И каждый раз, как тебе будет приходить тушенка от привыкших тебе друзей с той стороны экрана, ты будешь делать так, фу. Понимаешь? Вот тогда будет жесть. Искренне. Вообще. Прикинь. В 2019-м кого-то ждет военная подготовка. Во, это, наверное, ко мне. Почему? Не знаю почему. У меня ощущение. А вы не думаете о том, что игра теперь становится больше? Играть будет у нас весело. Будут больше. Чувствую веселье. И получится, что у нас будет 12, все родственники мы. И все 12 штук будут. Кстати, в приложении, да, героями. Ну, мне кажется, так будет. Да мы шестером. Просто игр будет настолько много, что мы не будем справляться. И мы обратно позовем и Ксю, и всех остальных людей. Да? Ну, ты, конечно, мыслишь-то оптимистично, но ты знаешь... Да, ты такая оптимистка. Я бы на это не рассчитывал. Потому что если они пишут, что он не любит тушенку, но здесь же это бред. Мы же все знаем, что это бред. Новый год, новые возможности. Милана, почему вот ты всегда как-то очень легко, вот то, что там написано, всегда очень легко пытаешься советовать, чтобы... Ой, нет, это не я, это не меня, я никуда, я уже не надо. Только не прыжок, зачем я это? Слушай, хочешь военную подготовку, дай мне прыжок с парашютом. Не хочу я... парашютом. А с чего ты взяла, что это тебе-то объяснили? Стоять лысым, как дурак. Может быть, это мне. А вот Васич так хочет прыгнуть с парашютом. Я хочу прыгнуть с парашютом, при этом а вот есть это, еще тушенку. Васич, а вот это и есть перезагрузка. Он пишет задания сейчас, черныш, все такие, что мы... Страхи, наши гордыня, страхи. Все эти прыгать. Штуки. Как мы будем с ними справляться и как мы будем к этому относиться. Будет это нас цеплять или нет. Понимаешь? Да. Охренеть. Да. Вот сейчас написали военную подготовку, я сразу вспомнил. Помните задание листали, где мне хотели там...
обкарнать. И да, стоит. По сути, там пишут, вот у меня в 2019 году, ну реально, страшно остаться что без... Что это значит? 505, 504, 503, 502, 501, кольцо. Что это значит? Это ты с парашюта будешь прыгать. Это метры. Дергаешь кольцо, братан. А ты вообще знаешь, что я реально боюсь высоты? Просто до жопы боюсь высоты. В 2019-м не будешь бояться. Если бы мне отправили на военную подготовку в городок Мишки Галустяна, в армейский городок, вот это было бы бомба. Почему вы так удивляетесь, что вы можете перестать вот любить это. Тушенку, а когда вы видите себя в непонятных видео, вас вообще это не смущает? Юрец. Ну, и вы не помните того, что Милан, вы делали. Милан, столько за этот месяц. Ну, а почему тогда вы удивляетесь, это... что вы можете перестать любить Юрец. Тушенку? Я вот к чему. Так он тушенку, знаешь, вспышка как и любит. Он и за тушенку, он и за тушенку. Он из-за тушенки людей чуть не убил тут. Вспышка справа. Это знаешь, это когда Господи. Вспышка справа, это нужно, значит, влево, как бы в кювет бросаться. От взрыва? И... Да. Ни хрена себе, это вот команда. Это будет круто. Слушайте, я готов на такую игру. Реально. Если я готов. Тут, к примеру, хотят спровоцировать нас на Охренеть. Страхе и делают то, что нам это не нравится, чтобы посмотреть, как мы себя ведем в некомфортных условиях. В таком случае я жутко не хочу в Диснейленд вообще. Ну, все же понимают, что ты сейчас пытаешься наколоть. Тихо. Только не Диснейленд. Трудновато. Это убивает. Лия, обет молчания? Вот о, Господи, страхи. Да! Вот твои страхи тебя... Спасибо! И... Боже! Храни черный шаг, Господь! Сколько это будет длиться? Но главное... контролироваться? А можно вопрос? Сколько это будет длиться, обет молчания? Лия. Было бы идеально, если бы Лия просто ходила красиво и улыбалась, крутила палку и мечи, садилась и в шортиках была бы. Год, Господи. Да, но нет. О, да. Ты не понимаешь, как это прекрасно. Этого не произойдет. Это никаких унижений, никаких слов, ничего. Ты просто ходишь счастливой. А как же мои шутки про съесть душу младенца? Давай честно про шутки. Слушай, ну ты смешнее шутишь, когда молчишь. Когда ты не говоришь, очень смешно. Реально. Потому что ты должна говорить бесконечно, а ты не говоришь, и от этого смешно. Думаешь, Лия говорит, она молчит. Ты думаешь, как это так? И можно со смеху. Вот, у Максона. Преподаватель информатики. Преподаватель информатики. Я как ждал этого. Постоянно. Я буду, будешь, да? Преподаватель информатику. Нормально. А давай 5-минутный урок сейчас преподавания информатики. Макс, первый урок информатики, мы твои ученики, поехали. Здравствуйте, Максим Леонидович. Максим Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сядьте, пожалуйста, за столы. Нет, ну а что она делает? Макс, вот сюда. Давай, Максим давай. Леонидович, здравствуйте. Так, сели по местам все. Да, вот, так, вот. У тебя какой там комп занял свой, ты тоже занял. Ага, так, вот. Ты уже заняла место, да, я так понимаю. А ты... Снимайте штаны, Максим Леонидович. Так, ну, сейчас все включаем компьютер. Так. Кто знает, как включать компьютер? Никто не знает. Надо на кнопочку нажать какую-то. Да, надо нажать кнопочку. Она там, где системный блок, знаешь, находится? Вон там внизу. Там кнопочка такая есть. Вкл. Вкл? Да, ее нажать. Вкл там. Вкл сделай. Да, вот нажми. Вкл. Нажал. Вкл. Вкл. Вам все нажать кнопочку. Все нажмите кнопку. Где она? Вкл. Вкл. Вот. Тут у каждого. Максим Леонидович, что дальше? Включили? Да. Да, вот компьютер. Так, сейчас наблюдаете. Сейчас идет загрузка процесса, да? Так, сейчас будет... У меня кнопка сломалась. Не может такого быть. Максим Леонидович, а можно в туалет? Туалет? Да. Нет, туалет пока нельзя. У нас пока нет звонка. Должен звонок прозвенеть. А ты впитывай. Да, нечего в туалет. Вот смотри, сейчас запуск завершится, да, улица пройдет. И запустим. Начнет операционная система работать, да, то есть там поймете все, кому что там, кто не понимает ничего в этом, да. Максим Леонидович, а почему на компе вот вышел порно-сайт какой-то? А и тут написано Максим 1523. И у меня кнопка сломалась. Мне кажется, вам надо курс для чайников пройти. Вот я. Это Нюша? Так,
Вот, смотри еще, да, туда не смотреть. Так что у вас есть еще клавиатура, да, клавы у всех есть? У тебя нет? А что? У меня сломалась кнопка, у меня вообще не работает. Клавиши не кнопка. У меня не работает, не включен. Может такого быть? Максим Леонидович, а можно вопрос? Может быть, а мышку ты взял? Мышка у тебя есть? Можно вопрос? Да, вот мышка. Можно вопрос? Правда, что у вас отец Йода 80 уровня? Это не важно, он был... Я про это не скажу. Что за урок у нас? Я пытаюсь Максим понять Леонидович, формат. Да, вы я информатику веду. Все, вот что, вы, куда нажимать вы дальше? Вы переспрашиваете. Вот вы сидите, да, то есть так. Нажимаете на кнопки, все. Я нажимаю, сейчас... на кнопки не работает. Не работает. У меня сломался Вась-Васич. А сломался. У меня комп включился, вот я вижу. Так, что мне делать? Вот, смотри, видишь, там курсор мышки двигает. Так, да, да. Куда? На экране, да, то есть рабочий стол там загорелся. Рабочий стол, вот он, да. Все, смотри, заходишь там, Microsoft Word, видишь? Документ? Так, Word вижу. Все, ага. Нажимай. Ага. Так, ты нажал? Да, вот, нажал. А ты... Открылся текст. У меня не работает, сломался. Как не работает? Включи. Вот, все, он заработает. Еще, все, надо просто... Тут написано... Безумный Макс, а в скобочках надо говорить это громко и подпевать. Безумный Макс! Нет, там такого нет. Это я стер. Стереть. Да. Это я стер. Я стер это. Безумный Макс. Ну что сделать? Ой, брак, безумный Макс. Набирай там. Безумный Макс. Вот, видишь транскрипцию слов. Набирай ее. Да, тебе надо набирать. Спасибо, это... Максим Леонидович. Пока урок не закончился. Урок закончился уже, перемена. Закончился. Ты хочешь в туалет? Да. Уже впитал. Да, Максим Леонидович, ему не надо уже. Ты точно впитал ушко губка? Да. О, леди in red. Ну вот так типа. Классно, Максон, у тебя очень хорошо получится вести информатику. У нас появится краснушка. Черный, белый и краснуха. Смотри, прикинь. Если а почему ты считаешь, что это краснуха, а не краснов? Ну потому что явно это она. Почему? Почему? Ну, ты потому видишь что... ее грудь? Нет, ну явно, ну по-женски перетянуто. Дай сказать, пожалуйста, по-женски перетянуто. Мне кажется, это Дэдпул какой-то. Дэдпул это? Да, Дэдпул. А мне кажется, что это не это... девушка. Мне кажется, это неизвестный, мужчина. Неизвестный в мантии. Мне кажется, скоро придет человек в красном. Нет, это не Дэдпул придет. Вероятнее всего, это будет Джин. Джин? Что-то не то, ребят, что-то не то здесь все. Все прекрасно, все хорошо, конечно, конечно. Так, значит, нас хотят перезагрузить. Да. Кто-то будет... Максим информатикой занимается, а вы прыгаете с парашюта. Жесть, вот это жесть. У меня вспышка справа. А вы в армию идете? Да, я иду в армию. Милан, Миллениум написан. Ну так, Миллениум уже написано. Ну, Максим считает, что это как-то относится к тебе. Но здесь же все логично. В целом слово хорошее, поэтому я не против, если оно относится. Миллениум. Так, все. Я понял. Так. Ребят, я значит, мы сейчас встаем. Совсем ничего не понимаю. Вставай, надо вставать. Встаем так. Все вот так. Все? Я сейчас показываю. Да. Все встаем. Вот вставайте туда. Мы сейчас встаем во вторую позицию. Все вот так. Так. Делаем руки вот так. А делаем их вот так. Немножко приседаем. Разворачиваемся боком. И делаем вот так. Я поняла! Я тирец! У меня маленькие ручки и большой рот. Давай биться головами. Это все, что я понял. Это все, что я понял из перезагрузки. Ребят, я... Подождите, стоп. А чем оно отличается? Что? От того, что у вас было. А, да, собственно, ничем. Тем, что у нас будет приложение, мы будем дохренище играть. Отличается тем, что... Знаете, я что, а я рад, на самом деле. Ты знаешь, и я. Ты рад? Я рад. Пятерку, Вася, брат. Я рад, что ты рада, и я рада. Потому что, во-первых, много игр. Во-вторых, мы, нас знают больше людей, больше смотрителей. Милана, мы будем тусить. Мы будем реально, вот будем так круто. Ты будешь с нами тусить. С Максом мы будем зажигать просто вот так руками делать. Если что, с Максом будем тусоваться вот так. И все будет круто. Да, Алию будем гладить, а она будет молчать. Представляешь, она ничего не скажет. Все! Она просто будет молчать. И будет шикарная вечеринка. И все, кто это сейчас смотрит, приходите к нам на Подождите, Новый год. Стоп! Быстро будет перезагрузка. Подожди. Тогда мы, может, что-нибудь узнаем и все вам расскажем. Юра, стоп! Секунду. Что? Отойди, что это получается? Ну? До Нового года осталось сколько дней?
Совсем чуть-чуть. Ну посчитай, раз, два, три, четыре. Девять? Девять. Девять дней до Нового года. Так это мне получается говорить осталось только девять дней. А я еще не все сказала. Мне так много всего хотелось тебе сказать. Вась Васич любит тушенку. Юрец не играет на гитаре. Что? То есть я не разговариваю, он не играет на гитаре, этот не чмякает тушенкой. То есть получается... Я на меня не подаю, я не хочу. Юра, ну перестаньте, пожалуйста. Как я не играю на гитаре-то? А как я? А вот так же, так как я не ем тушенку. Вот это, ты думаешь, просто это у меня просто... Слушай, это не сахар. Правда. Может быть, подожди, Лия. Я верю плазме и чернышу. Так. Ты так же ни хрена не знаешь, как и все здесь. Я знаю, что это неправда. Не выдавай, не пали контору. Если ты с чернышом заодно, то пожалуйста. Если нет, то не мешай мне думать. Я хочу подумать на эту тему, почему я не могу играть на гитаре. Дай мне право делать это. Я тебя умоляю. Вон, есть Макс... Он любит разговаривать. Макс, иди. У меня осталось 9 дней для того, чтобы поговорить. Ага. Понимаешь? Юрец не играет на гитаре. Да. Может, это как первый месяц. Помнишь, у меня не было же гитары. Не было. И то, что, может быть, пока не играю, но я должен буду научиться. Нет, смотри. Вот в этом вся и боль. Допустим, нам от смотрителей приходит 4 банки тушенки. Даже не тебе. Мне. Да? Так. Я реально не могу ее поесть. Ну, потому что перезагрузка и... Ты как бы берешь, открываешь ее, она тает в руке у тебя и исчезает. Да. Вот так? Вот так ты имеешь в виду? Да. Да. А ты, понимаешь, ты как бы видишь гитару, она рядом с тобой. Ребята! Сволочь такая. Да как так-то? Ну что за бред-то? Я буду твою тушенку жрать. Это не я придумал. Вот так. Лия играет на гитаре? Вот так. Ой, а может быть, ребят, давайте лучше на фортепиано поиграем. А может быть, опять это балуется правая рука Изольды? Я предлагаю. Ой, я могу играть. Это балуется правая рука безумного Макса. То есть как бы сейчас вот ты думаешь, что это шутка, она в топе, да? На самом деле я могу играть на диджериду. Да все, тихо, что вы как это? Я могу играть на фортепиано. Ладно, ты хороший тон задал. Или, ну, не знаю, ну на гитаре. Это же надо, чтобы так совпало звезды. Ну, в принципе, чтобы я воткнула эту шутку. Почему нет? Я отрастила ноготь. Вот так. Да. Ну, тушенка тушенкой. Нет. Мне кажется, мы... я понял, что это такое. Мы должны помочь друг другу. Что там? Отойди, пожалуйста, Ле. Милана учительница в очках. Может быть, лучше Милана проведет первый урок информатики? С Вась Васичем отдельно. Учительница чего? Учительница старших... Это не важно. Подожди, нет. Это не важно, она учительница в старших классах у ребят, которым уже 15-16 лет. Это не важно, учительница какого предмета. Важно. Она учительница в очках. И что? То есть она может снять очки. Если она учительница младших классов, то здесь вообще похрен, в очках она или нет. Она может размотать косу. Нет. Положить указку свою тебе на плечо и сказать, я посвящаю тебя... Не может тебя, она это сделать, если она учительница младших классов. Я посвящаю тебя в рыцари, Вася. Да Васильевич. Я же вам говорю, это просто кто-то балуется. Ну, нет. Ты должен проявить свои рыцарские способности дальше. То есть ты должен защищать принцессу, добывать сокровища, строить капище и все тому подобное. Я поняла, почему Юра не дает мне говорить. Ну что, он тоже любит говорить чупа-палочку. А когда две чупа-палочки сталкиваются в одной, получается столкновение чупа-палочек. И побеждает холодно. Чупа-палочка, которая холодно. Сильнее. Встань, пожалуйста. Милана учительница в очках. Да она не про это, Вася. Да, конечно, про это. Она стесняется сказать. Конечно, но человеку холодно. Слушай, холодно тебе, Милана? Ну, да. Ладно. Раз тебе холодно, уйди с дороги. Сейчас, Милана. Подождите. Вот, иди сюда. Я тебе о чем и говорю. Учительница старших классов. Именно старших классов. Где ну-ка, что там, покажи, иди Вася. Иди сюда. Иду. Я что-то не вовремя ушел. Это вообще не вовремя. Посмотри. Ну нет. Ну так вот, она тебя посвятит в рыцари. Так нет, ты понимаешь, что учительница младших классов не может быть в очках, а здесь она в очках. Личка.
Слушай, что? У меня всегда было трудно с алгеброй и геометрией. Я не верю, что это как раз. Если ты мне будешь давать какие-то отдельные уроки, я с удовольствием, если ты действительно знаешь, держи, хорошо. Вчера бабуля мне подарила носки две пары. Одну пару я дарю тебе, чтоб тебе не было холодно. Плевать, ты можешь надеть даже эти носки, когда будешь в очках преподавать. Можешь в этих очках быть. Смотри, А что ты, Васич, сразу заинтересовался так? То есть сначала ты меня не слушал. Васич, помнишь меня? А теперь ты просек. И все, да? Хотя, с другой стороны, я и так все хорошо знаю. Нет, нормально. А кого же я буду учить? А вот кто тебе носки подарил? Ты меня! Нет, меня не надо учить ничего. Может, я вообще школу не люблю. Если вы будете учиться, то конечно. Тогда нет. Юрий, подожди, а ты что хотела? Да не за что. Что? А ты что хотела? Ну я не знаю, я просто все отказались учиться, подожди, посмотрев на эту картинку, ты сказала Милане, меня тоже поучи. А она сказала, если ты хочешь учиться, ты говоришь, тогда нет. Что ты имела в виду? Это была очередная чего-попалочка, и все они под одной крышей. Ну, такая она теперь. Ну, что сделаешь? Ну, сестра наша. Она думает, что все правильно. Надо просто побыть. На самом деле, охеренные носки, скажу я тебе. Если честно. Да? Даже тапочка не нужна. А ты, а почему мне не предложить? Потому что Милана сказала, ей холодно. Ты говорил, что тебе холодно. У тебя, во-первых, есть чему греть, у тебя это и на зиму все хватит. Васич, что там написано? Васич, разве не хочешь, чтобы я тебя научила? Это Милана 2019. Это Милана 2019. Нет. Очень весело. Милана, а как так вышло, что ты мне из 2019 написываешь? А? Очень, а как неинтересно получилось так, что у нас видео появились, где мы что-то делали, у нас есть холодильник и микроволновка, а у нас нет, этого не было. Вот так и получилось. Слушай, Милан, вот когда ты спускалась один раз в юбке, ты почти была вот, ну, ты я была знаю другая, у тебя своя красота была, ты вот как бы... Ты учительницей хочешь если быть? Если я буду такой постоянно... Будь такой всегда. Вы не знаете, что просит. Ну ладно, попробуем, что. Нет. Че, почему? Нет, у меня семья. Да почему? У меня семья, я не могу. Ну будешь как Макс, значит. Все равно, видеть ее постоянно, в этом для меня... Макс же как-то спас... Нет. Ладно. Нет. А у меня если нет семьи, что делать? Была, еще бы как-то это... Хотя... Но если она будет такой ходить, то Милана нет же не наша сестра, в принципе. Да хуй не знаю, может и наша тоже. Кстати, возможно. Ты как бы не забываешь, что у меня... Милан, ты прости, чтобы такие начинаешь разговоры... Ну да, ну в смысле... Стоп, ты чернишь друг вон той вон. Ну как бы, знаешь, они все вместе там, по-моему, подружили. Ты обратил внимание, сейчас подойдет. Будет говорить за искренное лицо. Че тут такое происходит, ёпта? Че такое? Ты сказал про меня что-то? Я слышала, кстати, назвал мое имя. Нет, это я специально сказал, что... Я тоже хочу послушать. Значит, Лия, смотри. Смотри. В Северной Корее дела плохи. Ну как, хороши для них, для мира плохи. Поэтому я сейчас встаю. Так. Стою напротив тебя. Так. Поворачиваюсь к тебе спиной. Делаю руки в стороны. Что там написано? Черныш и беляш очень хор... Что? Я не дочитал, не успел, Вась Васич, но Милана да, смеется. Блядь, там что-то за вас вы специально становитесь, когда информацию эту... Я, по-моему, очень хорошо подруживаю с Миланой, Черныш и Беляш. Ну, я о чем тебе и говорю, что как бы там... Подожди. Дружба крепкая, не сломается. Не сломается, не расклеится, а дожди и вьюг. Друг тебе не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беде не спросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. На самом деле... Ты прости нас. А вы продолжаете поигрывать. Так, слушай, мне захотелось перемотать этот момент и не петь песню. Присесть сюда и продолжить сценочку. Значит, на самом деле...
смотри, Лея, когда вот мы так, знаем, ты стоишь есть... спиной, да. Я раздвигаю руку, беру тебя да. и выношу из дома. Давай. Обратно вносите? Подожди, опа. А? Обратно вносите? Я, нет, я выношу с конца. Нет, то, что куда-то выносится? Лея, спрыгивайте, он обратно не внесет. Ну и что, мне тут то прикол. Ты чё, подонок? Ты подлец! Величайшая подлость в моей жизни просто! А что произошло? Вот именно, что это настолько подло, что это не видно даже! А что? Прости, Натан, я не мог не воспользоваться, но это правда, это прям очевидно, как будто горит приглашение такое. Нет. Васич не только фитнес, заткнись. Как оказалось, любит. Заткнись! А он любит врачом Васич быть, проктологом, например. А можно Васичу задание отправить, чтобы он проктологом поработал для него? Послушайте, это абсолютно... Уйди от меня, уйди, не трогай. Ту машинки, да, или Бишоп. Это абсолютно... Это сейчас то, почему бы и нет? Я бы с удовольствием прорекламировала все. Или вашу клевую краску, Bloodline. Просто я услышала шутки про проктологов и решила, что мне срочно надо поговорить про краску. Да, у меня так автоматически это срабатывает. Ну нет, это не сработало. Вот, пожалуйста, вам, товарищ... Иди сюда ко мне, мой котик. Да-да-да. Значит, вот, почему бы и нет? Васич Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Ой. Ну ты же мог просто не... Я не мог. Я ничего не делал. Я не ожидал такой подлости, Васич. Я ничего. Ладно, если лучше ты тушенку один съел. А еще я люблю пользоваться, знаете, чем? Людьми. Нет, другое. Давай. Еще я люблю пользоваться такими штуками классными. Угу. Как называется? К примеру, они называются... Вот так. Давай. Что? Что? Что ты говорила сейчас? Вот 3 минуты. Что? Смотри, мне нравятся очень резинки для волос. К примеру, определенные фирмы. И белье Victoria's Secret. Оно мне тоже очень нравится. Также мы можем использовать... вот эту камеру для того, чтобы в нее смотреть. Угу. Уважаемые смотрители, правда, у нас реально началась перезагрузка, у нас все меняется. В 2019 году мы каждый дадим клятву, что мы, как мы поменяемся в 2019 году. Никакой клятвы. Ну, не клятву, а знаешь, это обещание себе. Давайте. Типа, не клятву, а обещание. Как договор с самим собой. Да, договор с самим собой. Мы договоримся с самим собой. Что мы, как мы поменяемся в 2019 году? Допустим, если я полюбил фитнес, это, конечно, с одной стороны, хорошо, но я слишком люблю тушенку, и это плохо. Но с другой стороны, я действительно боюсь высоты и... Ох, жесть. Ребят, на самом деле, если вы хотите, чтобы мы прорекламировали вашу продукцию, то мы можем это сделать, только если она очень хорошая. Потому что если она не очень хорошая, то мы не будем, я не буду... А я учитель информатики. Нет, я без комментариев. Не очень хорошую продукцию. Без комментариев. Не знаю, я буду рекламировать только хорошую продукцию. Сколько я зарезал? Это не твой жоп, ты же должен быть. Сколько я зарезал и убил? Мне кажется, не надо делать это. Почему я зарезал? Сколько перерезал? Так как я могу очень вкусно есть, к примеру, звездочки у Косома Старс? Я ела их вполне себе молча. Вот отлично, смотри. Иди сюда ко мне, Максу. Ой, вы знаете анекдот? С утра китайские дети делают зарядку, а вечером относят ее в микросеть. Нет? Нет, не прикольно? Там Милана. Что, нет, абсолютно херня. Да как это? Честно, ну, с утра китайские дети делают зарядку, а вечером относят ее в микросеть. Не надо его такие вещи говорить. Он может взять нож и уколоть. А как вообще понять, когда я начинаю кого-то злить? Не шутите с ним. Он думает, что не шути с Зоханом. Это сразу видно. Как? Смотри, сначала люди просто начинают тебя игнорить и не обращать внимания. Потом люди начинают говорить тебе откровенно, что ты немножко достаешь. Нет, ты немножко заедаешь слова вот. И заявляешь о том, а потом, что ты
заинтриговала очень всех за умными своими загорелыми ногами. Вот, и как бы потом ты это прекрасно понимаешь, и как бы делай нам скидку. Ну, мы не можем тебя полностью возить. Делай скидку, понимай это, и как бы назад немножечко, а то реально ты год будешь молчать. Ты же не вывезешь. А наказание карцер. А в карцере, во-первых, не кормят, а во-вторых, там есть большой дилдо. Нет, я шучу. Ведро. Там я есть пошутил. Ведро. Белье. Что, белье? Ведро. Ведро. Там ведрами становятся после больших дилдо. Я пошутил. Нет, там туалет, я думаю, не будет. Васич, ты уже зовешь Арман. Я пошутил. Брат. Не надо его. Да это шутка, господи. Это шутка, весь Comedy Club на сцене сидят, шутят. Всякую херню оттуда говорят, нам что, нельзя, но что ли? Ну, Comedy Club'ом никто не управляет. Ну, не скажи. Ну, знаешь, поверь мне, как бы задания им там не приходят. Скажи, что может быть еще в карте? Ты, ну, там ведро. Там может быть, я думаю, кровать, так. Ведро и, предположительно, камера. Wi-Fi там есть? А для чего он тебе? Для, чтобы подключиться и выйти в интернет. А как? Через... А ну-ка. Лоп! Нет, да, никак не выйти. Точно. Хорошо, ведро, камера и кровать. Хочешь ананас есть? Хочешь ананас? Да, это жесть. Это жесть. Милана, ты шила, кстати, красные трусы? Мне должны будут... Охренеть. А это реально ткань? Ткань появится. Я не знаю, я мечтаю всю жизнь это сделать. Я боюсь. А ты не разобьешься даже. Да как не разобьешься? Не, ну потому что смотри, ты когда упадешь с высоты, ты просто, ну, ты упитанный, ты вот так растечешь и соберешься обратно, братан. Почему он это делает? Да нет, все хорошо будет, что ты понял. Он шутит. Ну я знаю. Он знает, что вы уже привыкли к его шуткам, поэтому он так шутит. Он уже со мной шутит. Он шутит уже со всеми. Скоро шутку ему отбить надо. Шутку всю твою отшибу тебе. А представляете, когда он перестанет играть на гитаре? Чем он будет заниматься? Только шутить? Ребята, я стану дергуном номер два. У нас есть L1, а я был L2. Нормально. Уважаемые из... А, это беляш, потому что... Ты знаешь... Надо глядеть прямо измерял, в глаза там, своему Макс. Страху. Макс, серьезно? Я говорю про свой страх, а ты, Милана, ржешь над тем, что он измерял. Ну он из окули с линейкой вышел. Я теперь все понимаю, о чем он с линейкой вышел, посмотри, что он делал. Главное, держишь, смотри, видишь, на какой-то цифре там. Да! Зажал такое и держишь. Смотри, эти выходят и тебе показывают. Да, типа, знаешь, так непринужденность. Ну, у меня дали 27,5. Я как бы никто не видит, но вот у меня. Нет, молчите, что вы говорите. 27,5. С линейкой вышел из-под лестницы. Так, Васич, вот что тебя ждет. Слушайте, если Васич вдруг не захочет, можно я это сделаю? Нет, надо смотреть в глаза своему страху и его перебороть. Знаешь, только так круто. Ты можешь его. Это последнее, что я подарил своей бывшей на Новый год. Татьяна, вы снова с нами. Татьяна, я знаю, наверное, о тебе больше, чем он. Танюша, если ты смотришь, как ты прыгнула, расскажи. Пришли там сообщенцы. Вот, она, не знаю, прыгнула или нет, использовала. Но мы потом расстались, у нее остался этот подарок. Прыжок с парашютом там был. Это круто, братан. Ты что, это знаешь, как круто? Ты летишь. Ты можешь снежками кидаться в лету. Ты можешь тушенку есть. Смотри, видишь? Ну, братиш, это легко. Смотри, как весело будет. Вот что я буду делать. Я буду косить снег. Братан, слушай, это наша российская армия. Я буду косить снег, красить траву, братан. Ну, там тоже снежки есть. Видишь, сколько снега. Снега много. А там. Это все мои друзья, да, они тебе которые мечтали косить снег. Покосить снежок. Вот. Слушай. Они вот так вот скосывают. Да, это реально весело. Юр, зимой. В армии очень весело. Да. Вот что буду делать, ребят. Я буду делать. Видишь, там как раз этот вспышка справа, видишь? Да, да. Хлоп, скосил снег, лег туда. Вот. Такие дела. Видишь, там лысые все зелененькие. Да, да.
приятный цвет. Вот, пожалуйста, тебе. Лужи будем. Лужи будешь ведра собирать. Прикольно. Класс. Это же вот после такого ты точно понимаешь, что ты под защитой. Что страна ежовых рукавиц. Рубежи и все, как бы. Если что, берем совок, лужу и в лицо врагу. Дождю готов, да, плещем. С совком, с ведром. Так еще и пожарникам заодно можно как бы тут, да, воду, что, помогать, воду перелить. Да. Вот, нормально. Если что, ее можно даже обработать. Вот в космосе как люди пьют воду. Они писают в бак, это обрабатывается, и воду становится. Вода вдруг закончится. Есть прекрасные вот изобретения. Ну зато смотри, какая русская смекалка на что готова. Вот так бы руками пришлось в это. А здесь совочки есть. Слушай, совочки. Да. Совочки-то видишь какие. Оп, ведер. Вон, а тот уже, видишь, уже собрал. Да, да, да. Больше, чем надо, пошел, видишь. Пошел коров поить уже. Вот. Мне кажется, это те же солдаты, которые снег косили. Слушай, та же часть, видимо. Просто это уже весна. Да, это, видимо, весна уже как бы. Время года смены. Слушай, но в конце-то концов, зато грязи нету, видишь? Чистота. Лужи соберут. Вот тебе, пожалуйста. Вот, они подметают сейчас... На лопату. На лопату. На лопату они подметают мусор. А что они подметают? Они асфальт подметают. Они подметают асфальт. Они отшлифовывают асфальт, Вась Васич. Я не знаю, отшлифовывают... Вот, а вот я, видишь? Да, вижу. Я тебе посмотрю, как я сюда попал, что происходит. Почему я здесь? У тебя еще одна в руках. А там ты должен с парашюта где-то приземлиться. А так и есть. Скажешь, вот, Юрец, мне было так офигенно, я скажу, мне тоже круто. Я, видишь, с парашюта, а вот это вот рисунок, это Максон у нас, его как бы, он информатику там проводит обычно, да, как бы, и его как бы, вот Максона прямо на стене. За это отличное фото. Мне кажется, они убирают использованный снег. Они его уже потоптали, и вот его можно собрать и убрать. Слушай, армия нужна, чтобы воспитать рабочую силу? Нет, ты они что? Вот посмотри, для чего нужна армия. Ты хоть раз топором из лука стрелял? Слушай, я очень хочу. Посмотри, как Максон веселится. Может, Максима тогда в таком случае отправить туда? Пусть он из топора с лукового стреляет. Так что делать? Нет, конечно. Ты посмотри. Человек, видишь, целеустремлен. Посмотри, да, какая у него. Он как бы нажимает на курок. Топор острый явно. Топор. Да? 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 И он летит явно в какого-нибудь фашиста. Ну, топор летит в цель. Здесь сразу видно, видите, цель это, значит, уборка косами снег. То есть он смотрит на тех ребят. Я, мол, сейчас вас выстрелю топором и пробьем башку, если вы не будете косить снег. Ну, конечно. Причем здесь лето, а там зима. Это значит, он очень время далеко стоит. Да. Он стоит далеко. Он на юге, а там на севере, ребята, понимаешь? Но когда ты стреляешь из лука топором, то на самом деле силища такая, что топор может пролететь через... Терни через расстояние, а на другой планете будет снег. Песня мне дается, до свидания. Песня будет успех. Давай. Обрати внимание на лук. Лук самодельный, явно из черемухи сделанный. Видишь, как он прогинается? И нить, да? Все, мы исчерпали эту картинку. Подожди. Мне кажется, это бамбук. Нет, вот я про лук, да. Вряд тоже ли это бамбук. Черемуха. Мне кажется, черемуха, видишь, это кора у нее или береза. Мне кажется, это облепиха. Облепиха? Облепиха. Облепиха разве бывает с таким толстым стволом? Конечно, они конечно. Они же кустовые. Ну, так а на чем кусты-то стоят? На стволе. На кусты на стволе стоят, да. Ну слушай, хорош, армия это нормально. Армия завязана вот постоянно с водой и разными ее, так скажем, формами преобразования. Это, да? Чтобы скучно не было. Со снегом, с водой растопленной в луже. Ну, в армии главное не опасаться, как вот бы. Главная вода, это вот главная мысль. Жизнь, а топор вода, это что-то такое. Вода, она как бы топорная. Жизнь. Вода это жизнь, понимаешь? Вода везде. Вот в нас тоже много воды. Это как сегодня мы говорили. О, ребята! Это очень часто делают в армии. Траву? Очень часто. Слушай, это прикольно, да? Надо, потому что как бы армия, она против задумки Господа Бога. Там, то да. есть трава, она недостаточно зеленая. Нет. И армия делает так, чтобы она трава... Она дорабатывает. Недоделки Господа Бога, да. Прикольно. Это прям Нет, правда, это игры реальности. Почувствуй себя Богом. Ну, это
прям да, раскрасть траву да, зеленее. Да, да, у меня было так, что мы брали вот такие вот куски. Ответ на вопрос, почему у соседа трава зеленее. Этого, как эта трава как красивая называется? Газон. Газон. Газон вот так вот кусками, квадратами. И в КамАЗы загружали и везли в другую часть, потому что вот, пожалуйста, вот тебе. Это сталкер часть 19. Нет, нет. Это мутировавшие солдаты, которые отказывались косить снег, красить траву. То есть он дышит всеми частями тела, да? Это военные церкви. Если и дышит частью тела, то ему только одной тут. Только одной. Да. Слушай, а может быть он приминает... И это еще лайтовый этот, потому что обычно, когда вот такую штуку надевают, говорят еще надевать этот химкостюм, а он такой резиновый такой прикольно, жесткий. Прикольно, прикольно. Слушай, а если мне еще при этом дадут с парашюта прыгнуть вот так вот, будет вообще круто, да, наверное? И я сразу приземлюсь, обрати внимание, сзади рисунки, где тебя учат службе. Тут нету ни одного рисунка, где надо красить траву и одевать 5 газовых... Противогазов. Противогазов на бушку, но тем не менее есть оружие даже здесь в руках. Вот тебе, пожалуйста, оружие. Оружие, да? То есть? Это бонд. Это классический армейский бонд. Бонд? А, Сережа, это имитация сигарет. То есть это бонд на всю роту? Да, это на всю роту. То есть во всем роту зарядка. Надо... Это зарядка, да? А что написано? Армии пригодится каждый, как бы, и написано слово. Как бы я определенное прочитала. Слово. Тут написано «пися», только тремя буквами. Я прочла. Успела, слово. Да? Спасибо, да. А, вот такая вот. Слушай, значит. Да, я бы хотел так прокачаться капитально, развиться и... А смотри, сколько интеллекта в глазах этих парней. Зато оригинально. А смотрите, там кто-то выглядывает, за ними подсматривает. Да, он смотрит и читает слово, не может прочитать, потому что оно с другой стороны написано по-другому. А тут целых три буквы. Он с той стороны, что он с буквы «я» читает. Боятся, что их накажут. Ну, ты что, я более весело. Того скажу, им приказали, наверное, так сделать. Вот, пожалуйста, оружие 2019 года. С-400 у нас есть ракеты, Владимир Владимирович. А это плазменная пушка М-19. Вот, плазменная пушка 19. Она стреляет острыми железными опилками. Она стреляет говном, как бы, но и острыми железными опилками. Да. Вот, такое оружие. Вы почему-то... уверены, что вы готовы? Ну, слушай, задать? Мне кажется, мне это очень необходимо. А вы заметили, что почему-то с этим оружием индус? Вот, это я. Всем дадут нормальное оружие, а мне вот такое. Ну, смотри, у тебя здесь два подствольника, как бы, да, ну, два да. магазина, здесь лазерный прицел, здесь вот флажок какой-то. Подствольник это. А это квиддич. Это квиддич, зимний квиддич в армии. А сейчас ребята полетят, и Гарри должен только что поймать снич. Вот. Да. Это квиддич, такая игра в Гарри Поттере есть, типа футбола. А вот тут Гарри поймал Поттере. Уже снич, вон. А пишет. Вон он справа. Да, снич поймал, поймал он, снич. Он счастлив. Это команда Гриффиндор. Или Пуффендуй зеленые были. Нет, Слизерин зеленый. А, Слизерин зеленый, да. Это Слизерин. Армия, в которой я хочу в Гриффиндор. Это армия, которую ты заслужил. Да. Вот, пожалуйста, ребята сейчас полетят, первый урок занятий, и надо сказать вверх, чтобы метла попала тебе в руки. А это зимний бег на лыжах, да? Да, да. По асфальту. И ты помнишь это замечательное стихотворение? Иду я, значит, по асфальту в лыжи обутый. Да. То ли лыжи не едут, то ли я в армии делбанутый. То ли я в армии. Вот это как раз явное олицетворение вот этой картины. У них эстафета, палочка. Да, 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 обрати внимание. Он кому-то ее передаст сейчас. Слушай, а почему на самом деле реально, вот нам можно скачать картину, и мы можем каждый день делать вообще обзор насчет армии. Серьезно. Согласен. Ну не насчет армии. Я так мечтал в армию сходить, реально, но мама была против. Серьезно? Я очень хотел сходить в армию. Серьезно? Я тебе отвечаю. Я любил даже все армейские песни, выучил на гитаре, играл с ребятами, все, кто в армию сходил. Я очень хотел. Я подумал, что ты наоборот просил родителей, чтобы тебя отмазали. Нет, мама, папа хотел, я тоже очень хотел, но мама сказала, тебе там нечего делать. Вот. И я сейчас смотрю и думаю... Мать, зря я тебя послушал. Я бы столько интересного там понял. На лыжах быстрее всех бы фигачил. Я бы и на лыжах по асфальту научился ездить. И мы бы открыли... Они скотчем, что ли, приклеили тапочкам? Да, они с берцем, да? Если что-то не клеится на скотч, значит, вы используете мало скотча. Причем, смотри, те, кто собирал лужи, они-то и не собрали лужи эти. Это эволюция. О, это эволюция. Это Дарви. Да. Вот то есть ты от черпачка, да? Нет, до это даже ты дух. На, это дух. Потом идет... Блин,
господи, ну это же волшебно. На самом деле, это же очень оригинально и прикольно. Ну, это смешно, да. Это смешно. А второй кто говорит? Ребята-то молодцы, как бы, ну. Нет, я так понимаю, это как звание повышает. Здесь эволюция солдата или именно офицера? Потому что как солдата может офицером стать, пойти служить дальше? Ну, конечно, по контракту. Вот, конечно. О-хо-хо! Господи, это ад. Мать-блеск! Блин, ну почему? Это лучшая антиреклама. Это мой пятый день в армии, когда я начну говорить, зачем мы собираем лужу и красим траву, и почему у меня деревянный подствольник. И попрошусь, наверное, пойти пописать, когда буду на этом. Как стоял на этой херне стоять весь день? Главное, братан, смотри, чтобы тебе повезло, чтобы ты не попал в часть, где очень много танцев. А, танцы я люблю. Да? Российская армия вселяется. Ой, боже мой. Юра, это ты после чего? Это я до чего. А, это ты до? Да. Это я сейчас понимаю, что мне надо очень долго ехать. У меня дома дети не кормлены. Плюс я давно не видел свою девушку. Так. Я очень голодный. И тут я просто отдался воле вселенной и судьбы. И решил открыться и стать очень искренним. И это мой внутренний мир. Вот что я чувствую в данном смотря секунду. На эту фотографию. Вот, наконец-то у меня будет iPhone. Это прекрасно. Да, я очень хочу iPhone. Кирпичон это. Причем мне очень нравится, что он, если и упадет, то как бы с ним не так страшно. Слушай, с ним вообще-то безопасно даже гулять ночью, например, по Махачкале. Или на окраинах Биберева или Бирюлева в Москве, может быть. Но это новая версия. А что, новая версия, Максим? А. Расскажи об этой версии айфона. Айфона, который... Вот айфона? Единственный экземпляр. Смотри, видишь, какая камера. Это Ой, Катюша! Привет, Катюша! Анализы как прошли? Все, ну еще как, сдалась. Какая известная. Хорошая. Бежала бегом, ребят. Макс, какая привет, Макс, да, твой. А это квиддич закончился, ребята что летят домой, Вася Васич. Квиддич закончился, они летят домой. Все, остальное не закончено. Что за перезагрузка? Вот мы сами не совсем до конца. У нас такая жесть. Нам показали, у нас приложение, нам показали, у нас будет приложение. Нас всех перезагрузят, нами будут рубиться. Лия хочет рекламировать, что-то хочет там все время говорить. Играть нужно будет. Представляешь, много. Василий показали, не любит тушенку. Юрий не играет на гитаре. Лия молчит. Вот а я молчит, молчит Лия. Представь, какая. Да какая же отрада, со скуки сдохнем. Расстройство какое. И тюню. Ну. А мне что делать? А, Кать, про тебя почему-то ничего не написали. Единственное, написали. Я в перезагрузку не вхожу. В перезагрузке. Нет, что ты не выходишь практически из дома. Нет, ей написали, что она ходит только без этого. Кажется, и только он не в юбке. Ой, ребята, там Москва вся в огнях. Чувствуется праздник, новогоднее настроение. Было так один раз при уже подготавливаются, уже все бегут, да. Ищут скидки, закупаются. Горошек. У нас кто-нибудь купил еще билеты, я хочу сказать. Ребята, кто еще не успел купить билеты, чтобы с нами провести этот замечательный праздник Новый год? Не медлите, не медлите. Места ограничены, понимаете? Места ограничены. Наш весь дом потом всех не сможет разместить. Поэтому не медлите, сейчас же приобретайте билеты. Мы будем очень рады, наши дорогие, любимые слушай, поклонники. Да, абсолютно верно, Катя говорит. Покупайте билеты, давайте к нам сюда. Новый год отметим в играх реальности, будет очень весело. А потом просто нас нахрен перезагрузят, он и тушенку не будет есть, я играть не буду. В этом году, возможно, последний раз поиграю вам какую-нибудь музыку, потому что в следующем году я не смогу играть ее. Пока понимаете? Что вы еще не перезагружены, мы на самом деле такие же клевые, какие мы есть на самом деле сейчас. Потому что потом, если... Лия год не будет говорить, надо послушать его, выслушать. Она все расскажет, всю свою жизнь про все. Все, как есть.